Так, а там, наверное, женское все, да? Что-то меня, что ли, на меня передают, что-то снимают на видеокамеру. Где тут кепки? Ну, кстати, BMW байк поставили. Для красоты, наверное. Так, где кепки? Ну, а тут все женское тоже уже. Тогда ладно. Я прошу прощения, у нас видеосъемка только с разрешения администрации. Да, ладно, ничего страшного. Не, подумаешь, не, что он там. Я серьезно говорю, потому что... Ну... Вы можете снимать любую вещь, но расположение корнера и всего прочего. Как бы у нас... Нет, ну если они там захотят, вот этот администратор, пусть тогда подойдет, я ему объясню, что ничего. Ну да, такого страшного нету. Хорошо, в этом. Ну, вот, что такое? Выключите, пожалуйста, съемку. Да не, ну я пока здесь пройдусь, поищу, что мне нужно, какой товар, а потом... Ладно, что-то там, какие-то правила непонятные в магазине, не очень понял. Сейчас подойдет, наверное, администратор какой-то. Так, где же здесь кепки? Вот одну вижу. Было бы что скрывать, на самом деле. Обычный магазин. Вот одна кепка есть. А где еще? Ладно, давайте приценимся. Сейчас будет тепло. Можно что-нибудь себе такое купить. Где-то по 2к все стоят, да? А нет, по 1000. То есть нормально. Блин, так лень мерить. Секс. Ну, секс, наверное. Здрасте. Здрасте. Ярослав, администратор. А, здрасте. Я хотел бы поинтересоваться, что вы снимаете. Да просто свою жизнь снимаю, хожу. А, ну, просто, к сожалению, в магазине запрещена видеосъемка. Кем? Не понял. Просто у нас при входе висит то, что запрещено с едой, с животными и видеосъемкой. При входе висит что? Я что-то просто не понял. Ну, баннеры при объявлении. А, нет, этот баннер означает, что фотоаппараты здесь не продаются. Я вас понял. Вот, поэтому... Не знаю, знаете, понимаете, это как-то глупо в магазине, да? Если даже я снимаю, да, вы наоборот должны хотеть, чтобы я снимал. Я там друзьям покажу, они узнают про ваш магазин. Но я не вижу, как бы, смысла запрещать мне это. Абсурдно. Нет, абсурдно. Корнера, просто расположение по магазину, это является интеллектуальной собственностью компании. Вы можете любую вещь снимать, но расположение корнера и все прочее, это только с разрешения и по договоренности с администрацией. Я не знаю. Это по я закону, просто... Нет, там, по закону как раз, вот знаете, этот, как его... Ну, вот товар висит там, вот, товар... есть витрина, да, вот смотрите, нет, витрина. Вы можете любой снимать. Вот. Не можете снимать. Когда это, на него ценник вешают, да, это называется, по-моему, публичная оферта, что ли. Да. Вот, и его можно как бы снимать. Я вам вот объясняю, что вы можете снимать любую вещь, ценник можете снимать. Но расположение, общие планы вы можете снимать только с разрешения администрации. Нет, это глупо, смотри. Нет, ладно, не все. Ну, пусть это администратор сам скажет, вы же охранник, правильно? Да. А, ну, вы некомпетентны просто в этом я случае. Смену, лучше администратор будет со мной общаться. Ну вот, вы не просто некомпетентны, я думаю, что вы мне говорите. В заблуждение меня просто вводите, на самом деле. Смотрите, вы когда открываете заведение, да, тут же сюда вход для всех, правильно? Ну, это понятное дело. Вот. А если я могу на улице снимать, то я могу в магазине снимать, когда он для всех открыт. Вот в чем дело. То есть, вот эти там какие-то планы, вот то, что охранник говорит, планы входов какие-то, или как он там назвал? А, общий вид, да? Общий вид. Ну, что-то в этом страшного такого. Ну, это есть... Ничего такого. Да. Если не против, да, просто уточню пока у дирекции. Ну, давайте, уточните. Я как бы ничего не собираюсь такого делать. Пройдусь, ну, просто понятно, посмотрю. Да. Не, ну, но просто у нас тоже свои обязанности. Не знаю. Ну, хорошо, узнать, да. Вот так вот хотя бы хотел вежливо все объяснить, без ссоры. Ну, надеюсь, администратор понял. Ну и сейчас спросит у своего там начальника,
на этих, как его, на манекенах висят кепки, а продаж нет. То есть странно это все. Такой большой магаз как раз-таки должен как-то... А, вон он там, наверное, есть еще. А, здрасте. Да. Меня да. зовут Алия, я директор компании. Скажите, пожалуйста, почему вы без разрешения снимаете у нас в нашей частной собственности? А, ну, это частная собственность, это частная сейчас собственность. Является публичным местом. Публичным местом, где разрешено снимать на видеокамеру только с разрешения компании «Бутик.ру». Мы снимаем. А как в этом удостовериться? Как в этом удостовериться? Мы частная собственность, это наше помещение, которое мы снимаем и арендуем. И, к сожалению, съемки разрешены только в кабинке, в примерочной зоне, если вы можете снимать. Ну как это удостовериться? Хорошо, вот вы сказали, что да, действительно есть запрет. Да, есть запрет, это частная собственность. Как мне на бумаге это увидеть? На бумаге? Ну, к сожалению, сейчас я вам это не предоставлю, мне нужна юридическая бумага от моего юриста. До момента бумаги я вас прошу не снимать. Но, наверное, я думаю, вы просто меня в заблуждение вводите, потому что здесь люди могут свободно посещать этот магазин. Свободно посещать, да. Но снимать наше расположение, как в метро. Смотрите, если вы мне действительно покажете бумагу, да, я с вами соглашусь, это, и я тогда выключу, бумагу. Даже сотру все видео, вот, которые я снимал. Если вы покажете мне бумагу, а если нет, тогда уж извините, я думаю, вы так не специально, как бы сказать, врете мне. Нет, я не вру, до того момента, пока я не предоставлю вам бумагу, я прошу вас не снимать. Ну давайте, я подожду. Давайте. Все, не снимайте. Катур куда-то ушел, я не пойму вообще, куда он ушел. Похоже, он вообще не вернется. То есть, что мне тупо стоять, ждать его, или уже уходить, я не знаю, либо дальше идти по своим делам. То есть мое время бесценное, не понимаю, почему я должен тратить его. Я прошу прощения, у вас же директор попросил... Да, наша ушла, и как его, не вернулась. Ну, сейчас она вернется, пожалуйста, выключите. Но мое время, понимаете, денег стоит, вот, я не знаю, ваше когда она может... Денег, но ваши были слова, если вам предоставят бумагу, вы удалите все записи. Да, спору нет, я это сделаю. Для начала, вы с какой целью снимаете, можете ответить на вопрос? Так я же вам отвечал, я просто хожу, мне интересно. Прямо мы с администратором вместе стояли, когда рядом, я же объяснял. Нет, ну я понимаю, вам интересно. Но вы, я хотел знаете, найти, да, товар, который мне интересен. Есть антитеррористические сейчас операции по стране, да? Угрозы, взрывы. Вы скакуете, мы же не знаем, причем тут террорист, когда ты зашел, к вам просто человек. Все расположение снимаете, понимаете? Вы сейчас снимаете планы расположения всех корнеров. Тут любой может подойти это увидеть. Переписать нет, или записать. Переписать, да, но зачем на видео снимать? Нет, я просто записываю комментарии, что вот я стою, блин, и я типа администратор сказал, сейчас принесет, а я стою, ничего не делаю, типа жду. Блогером, да, вот. Ну и нет, я друзьям показываю, но иногда, может, там интернет выкладываю. Ну, я вас попрошу, пока выключите, присядьте, пожалуйста, сейчас подойдет. Она сюда подойдет? Да, сюда подойдет. Ну хорошо, ладно, давайте. Ну что ж, я решил согласиться, окей, подожду 5-10 минут. Ну что, буду удостовериться, да, вот в этом вот всем бреде, кто отдает такие приказы, да, ну то есть там должна быть, наверное, фамилия, имя, кто дает такое распоряжение запрещать людям снимать товар в публичном месте, да, то есть будет очень интересно посмотреть. Спасибо за ожидание. Да, на самом деле, на вашей стороне правда. Вы действительно имеете право снимать у нас. А, имею право. На все, видео. Тогда я включу камеру. Все. Да. Хорошо. Включили. Но, смотрите, товар вы имеете право снимать. Это действительно не считается интеллектуальной собственностью. А весь ремонт и оборудование... Я это имел в виду. Интеллектуальная собственность. Мы не рекомендуем вам его снимать. Наша... Мне, если честно, мне пофигу на какой-то там интерьер. Я пришел кепки найти и посмотреть какие-нибудь курточки. Вот. Я не понимаю, зачем вы... блогер? Ну, я друзьям показываю и так для личной коллекции кладу видео. Ну, ладно, вот, поэтому, но выложите, знаете, куда-нибудь тогда с каким-то хорошим хэштегом. С хорошим, ну вы же видите, как прошли мне навстречу. Естественно, это будет, значит, хорошее. Ну хорошо. Вот. Ну, значит, ладно, не зря вас удачи. Ждал. Я уже думаю, вы нет, не придете. Ну как-то я не приду. Ну, мало я ли. Же все выясняла у юристов, у службы хорошо, безопасности. Хорошо. Разрешили. Все. Вот. Ну, давайте, чтобы это. Как бы вы нам тоже навстречу пойдите. Хорошо. Без интерьера и никуда и с плохим хэштегом уж не выкладывайте. Ну, посмотрим. Хорошо, ладно. Ладно. Вам продавец нужен помочь? Нет, я уже нашел им тот отдел, хорошо, где надо. Все. О, ребят, смотрите. Надо же. Как интересно. Я так понял, как бы можно, это просто администратор сверху им сказал, чтобы интерьером не снимал. А так они, наверное, уже не будут мне запрещать снимать. Вот так вот. А другой бы человек что бы сделал?
Мы бы ему сказали, типа, не снимай, что бы он сделал? Он закрыл камеру бы и все, и не снимал бы. Отстаивайте свои права, то есть, если вы видите, что к вам как-то неправомерно относятся, да, то есть, не пропускайте это мимо ушей, отстаивайте свою позицию. Вот так вот я прошелся по торговому центру «Аркадия», даже не планировал записывать какой-то фотозапрет, просто для себя снимал. Как видите, тут администрация довольно-таки понимающая, то есть, наверное, у юриста спросила, что можно делать, что нельзя. Вот. Что, кстати, еще порадовало, обычно во всех торговых центрах, да, когда видят камеру, охранники хватают за руки, там что-то, да, еще какие-то действия, ну, близко подходят, да, в личное, так сказать, пространство. Здесь такого не было, все довольно-таки добренько прошло. Поэтому респект, но, ну, все-таки, видите, администратор попросила декор не снимать, но декор как его, я не понимаю, как его не снимать, декор этот, да, если товар как раз находится на этих витринах, то есть, ну, немножко так абсурдно, но впоследствии мне все равно никто не запрещал снимать даже этот декор, поэтому респект торговому центру, хорошее отношение администрации. На этом все. Всем удачи, всем пока. До новых встреч.